Итак, буквально с этого же места. А где сокровища? Так, ну мы уже близко. Ну, путь очевиден. Там проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Как там у тебя дела? Роскошный вид. Так. Куда дальше? На. Слушайте, да, очень красиво. Ты посмотри вот на это. Так, ну можно считать, что мы почти добрались. Или нам еще выше? Да не, вперед. Ну, поехали. Не, наверное, все-таки вот в эту дверь. Может быть, все-таки нам не сюда? То есть эта комната была сделана только ради вот этой побрякушки? Ну, давай, шагай. Что, прям все делать? Да, вроде того. А тебе страшно, что ли? В богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталии. Да. Может, и налоги были? Как знать. Слушайте, очень богато. Тут ничего. Все, прям вообще ничего. Пойдемте тогда вон на ту лестницу. Слушайте, глядя вот на этот город, глядя вот на этот дом, иллюзия того, что где-то здесь есть сокровищница, как казна, уже не кажется такой иллюзией. И тут не пройти. Учитывая, сколько у них было денег. Ага, а ответственности ноль. Впрочем, как и сказал. Да. Ну, вкус за деньги не купишь.
Так, отсюда мы скатились. И обратно уже не закатиться. Сэм, подсказку не дашь, куда двигаться дальше? Так, ну Найтан сказал, что здесь не пройти. Ну, вообще. То есть второй этаж, грубо говоря, закрыт для дальнейшего прохождения. Ну тогда куда нам? Я пытаюсь найти хоть какой-то уступ или какую-то дырочку, или то, за что можно зацепить веревку. Вообще хоть что-нибудь. А вот и дырочка. О, смотрите, какой богатый двор. Да, действительно красиво. Ага. Господи. Куча трупов. Баррикады? Что произошло? Какая-то битва. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? На город напали. Мне кажется, местные власти внешнего мира просто нашли этот остров. Даже вроде униформа. Будто солдаты. То есть колонисты против солдат. И если наверху сокровищница, получается, кто-то захотел забрать сокровище. Да, надеюсь, им это не удалось. Да. Но учитывая то, что в городе никого нету, а большая часть трупов лежит именно вот здесь. Как и говорю, мне... Мысль того, что все украдено до нас, начинает подтверждаться. Пукалки разваленные. Ого, впечатляет. Угу. Нет, не хочу. Сам открывай. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это Рэй? Да нет. Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? Новая глава. Секунду. Указатель убрал с монитора, чтобы таймер была видна. Так, ищем зацепки. Пусто. Блин, даже носки запасные не оставили.
Да мне кажется, да, все здесь украдено до нас. И причем не в нашем столетии. Ничего. Куда все делось? Капитан Эвери. Блин, капитан, на вас прям лица нет. Пусто. Не, смотри-ка, бумажка какая-то есть. Нашел. Удивительно, как оно уцелело. Крутой прикид. Вроде даже форма. Ты был здесь охранником, да? Молодец. Что у них тут стряслось? Да напали на них. И все украли, блин. Хороший вопрос. Вернули государству. Сокровища не осталось. Они спустили все на мраморные полы. И когда колонисты это поняли, они разозлились. Может и так. А, может вполне. Вполне может быть. Может колонисты просто прочухали, что денег уже нет. И сказали, типа денег нет, но удержитесь, этот лозунг не сработал, да? Я сюда запрыгнул лишь потому, что сюда можно запрыгнуть. А, смотрите. Вор, 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 вор. Все фотографии подписаны как вор. А вон та фотка, кажется, еще нет. Ну как фотка, картина. Где тут что-то было? Угу. Старая опись. Много сокровищ. Может быть, здесь налоги были слишком такие грабительски жадные? Эй, иди сюда. Что такое? Да подожди, дай хоть полюбоваться. Эй, Нек, посмотри. Вор. Ну да, вот я бы дошел рано или поздно до этой картины. Разочарован? Что у тебя? Деньги Либерталии. Все, что осталось. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета, все эти пустые полки, оно было здесь. Да, вот только вопрос, куда оно делось. Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Не, я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери, Тью, основатели Либерталии. И везде написано «вор». Ни тиран, ни убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Я знаю, где оно. Что? Где?
Это карта? Вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Говори же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Опять идти куда-то. Полезем на сторожевую башню. Посмотримся. Новый Девон, мы идем. Черт возьми, сколько можно идти за этим сокровищем? И как бы нам наверх забраться? Вор. Так, есть мысля, как туда залезть? Давай. Так, готов? Так, шаг первый, второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Ты удивлен? Прими комплимент. Спасибо. Вот так. Так. Роскошно выглядит. Давай залезем. А выдержит хоть? И куда качаться? Или просто на люстру залезть? Нет, куда-то качаться надо. А если прыгнуть на другую цель? На какую другую? Я просто не очень понимаю, куда надо прыгать. А, цепь, не заметил. Простите. Слушайте, а на ней я что-то не вижу надписи вор. Прости, Кондон. Болды. Что? Ты наступил на Болдрич. О, и правда. Ну, пошли наверх. Поражаюсь, что лестница цела. Эй-эй-эй, сейчас сглазишь. Ладно, вниз нельзя. Идем тогда наверх. Да, теперь. Опс, рано радовался. Я же говорил. Наверх. Нить. Нет, все-таки нам вроде наверх. Каким-то боком надо залезть. И делать это, кажется, надо изнутри. Изнутри или на картину? Нет, картина не выдержит, наверное. Камушек специально для таких, как я. Эй, видишь башню?
Конечно. Так, вроде есть. Или же нет. Или да. Все в порядке. Ну, за эту штуку же нельзя зацепиться, да? Эй, Сэм! Да! А, проверяю, не разбился ли ты насмерть. Ага. Мы почти дошли. Он просто в восторге. Тебе помочь? Не откажусь. Ну, готов? Готов. Сейчас. Так, а меня? Давай. Кто-то нашел. Побереги. Сундук с сокровищами. Пустой, наверное. Это воронье гнездо. Вон там. На том берегу. Блин. Далековато. Ну что, пойдем грабить награбленное. Внизу можно пройти? Вроде бы. Пошли. Как думаешь, сколько нам до нового Девона? Ну, пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. О! Эй! РПГ! А! В смысле, РПГ? Что делать? Я пытаюсь спрыгнуть вниз, но ничего не получается. Ауч. Ты где? Я внизу, давай! Нафига вы разрушаете историю? Кажется, мы их разозлили. Да ладно, как ты догадался? Вниз, быстрей! Не жди, иди! Вау! Башня падает! Башня падает! Башня падает! О боже мой! Сэм, мы умрем! Да блин, да нечестно. Я не представляю, как их всех можно перебить. Ну, на ПК-то я их перебью с клавиатурой и мышкой. Ладно, вверх по веревке. Окей. Блин, на ПК бы я их всех перебил с помощью клавиатуры и мышки. Ну, конечно. На этом... Ва!
целую башню разрушили. Спасибо. Бежим. Бред какой-то. Бегом. Помоги мне открыть эту дверь. Да уже. Беги, не тормози. Блин. Отпрыгнуть. Я нажал кнопку отпрыгнуть. Очень плохо. Так, есть. Да ёлки-палки. Вечно все идет не по плану. Ау! Надин, рад тебя видеть. Все, Манго, Манго. При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Окей. Да, такой остроумный. Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове. Умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди. Да, очень жаль. Не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Ой, досада. Пистолетик это и нет. И дробовик мой со спины пропал. Чем я думал? Ну, жируха. Ну, я сам. Доверь мне это. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Ага. Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Твою мать. Но теперь-то нас двое. Шансов будет... О, ничего себе, что творит. Да ты... Да нечестно. Достал этот остров. Достал твой брат. И достал ты. Да уж нет. Муздона какая-то читерская. Прямо не... Не подойти. Давай, может, договорим. О! Ва! Сэм! Помоги! Давай, обратно в окно. Ой, привет, Сэм. Держись. Я иду. Я сейчас. Надин! На! Пистолет. Стреляй в нее. Ты шустрая, но недостаточно. Да оставь ее. Надо выбираться, пока... В голову. Эй-эй-эй. Давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен, хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу!
Ну, хоть один. Сэр, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Все! Не стрелять! Не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! О! Да ладно! Ты уже победил, расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты! Мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче... Ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты... О чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили в Аргентине полгода назад. Что, простите? Я вытащил Сэмюэла. Что? Что, простите? Класс. А тебе он что сказал? Сэм. Сэм, как ты это объяснишь? Состряпал. Алькасар, правда, наврал. Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив. И даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу. Надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм. Сэм, да я тебя убью сейчас здесь. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя. Ну стой, слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Да ладно. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Да успокойся ты, черная. Не мешай мужикам разговаривать. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь нет, ошибку! Стой, Сэм, я тебя такого не ожидал. Родного брата вот так предать. О, господи. Нейт. Эй! Нейт! Ленка? Это ты? Ну, мы приехали. Куда мы приехали? Куда ты меня привез? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет.
Слушайте, это поместье Лары Крофт, что ли? И мы на месте. Ух ты. Ну и домище. Братья Дрейки. С чего начать-то? Начнем с того, что поищем вход. И сделаем перерыв. Устроим себе экскурсию.